Мы находимся на выставке House Hold Exports, говорим с нашими экспонентами и гостями. Валерий, вы и производите, и дистрибьютируете собственную продукцию. Расскажите, чем занимается компания и что собираетесь показывать в 2019 году, чем собираетесь удивлять? Компания наша производит ряд хост-товаров. В частности, это кухонная утварь, а также немножко кухонная утварь, ну и, скажем так, в основном это для консервирования все. То есть ключи закаточные, крышки. Ну и в следующем году, в текущем году, в 2019, открываем ряд еще новых позиций, которые связаны с кухней. Ну, будем расширяться. Ввиду того, что достаточно много ассортимента в магазинах уже готовой продукции, консервированной, растет ли рынок домашнего консервирования, вот домашней заготовки, или он падает? То есть модель поведения россиян, они начинают больше закатывать продуктов или наоборот меньше? То есть куда движется двиг? Больше, конечно, больше. Если так... За текущий год нам пришлось даже увеличить производство на 30%. То есть 1 300 000 штук в год закаточной машинки мы производим, только наша компания, только наше предприятие. Находимся мы территориально Полтавская область, город Кременчуг. То есть мы сюда импортируем нашу продукцию с Украины. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми экспонентами и гостями.